Ну что, друзьяшки, сегодня будем снимать крутецкий рилсец, и давайте раз и навсегда выявим ваши преимущества. У меня такая картинка, full cinematic, я снимаю только кино, Ася. Моя фотография самая лучшая, но видео тоже могу. Вообще-то мои морковки были первые, на что снимали клипы и кино, а вы все сосите. Только посмотрите на наш цвет. Стабилизация топ, микро 4 третьих порвет. Real story. Да, автофокус пока хромает, но картинка то. У нас есть камеры, которые снимают только ЧБ. Ты чё, ебанько что ли, блять? Какой ЧБ? 16 бит Apple прорез, большой сенсорный экран. Вот это картинка. Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу про лучшую камеру. Просто писечка-лялечка. 4К 120 FPS, 10 бит, All Intro. Новое переработанное меню, активное охлаждение и просто монструозных размеров парк оптики. Минимальный роллинг, шаттер. И это все в ваших руках. Куча кнопуль, телелайт и... О, господи, что это за характеристики? Ты определенно должен снимать наш крутецкий рилсес. Я еще не сказал, что нужна карта CF. Нет, я должен снимать крутейший рилсец. Как он потом будет его выкладывать? Он же не телефон. А знаете, кто телефон? И я телефон. Ладно, лапуль, не кипитесь. Я могу снимать кучу рилсов, наложить туда фильтров и выложить это все в соцсети. Понятно? Да, мы поняли твою мысль, окей. Так, дай-ка подумай, ты так классно снимаешь, а как насчет бэкстейджа? Сратый бэкстейдж? Да никогда. А мне не западлось снять бэкстейдж? 108 мегапикселей, чувак.